известен своим достаточно слаженным движением мяча. И вот сейчас выводит на открытую треху и открывает сейчас счет. Михальчик сразу начали играть игроки Хьюстона. И вот ответочка сразу от Юты прилетает. Перестрелка. Потерь, если так судить по первым минутам у обеих команд. Причем Сунгатулин снова попытался так спровоцировать. Сейчас попытался снова. Юта отлично стягивается, не позволяет бросать. И сейчас в итоге вот только сейчас передача прошла. Правда, я не Саров. Нет, не заходит. Не получается пока бросок. И Круглов там. Юта активно старается навязать борьбу под кольцом. И Редько. Редько хотел накрыть сейчас. Слушай, ну, в итоге фол. И Редько один из двух забирает. Пытается обыграть, но окручивает соперника. На Малика скидывает, на нем двое сразу. И несмотря на метров двух Малик Илья бросал. А это Круглов в проходе. Два очка добавляет. Юта, кстати, может поплатиться за то, что... И с фолом! С фолом сейчас забивает Дьяконов Данила. Так, и три очка сразу в одну эту половину мяч. И тут сдваиваются, уже пытаются сдваивать. Но в итоге Круглова находит свободным. Круглов с получения. В высоком прыжке. Заходит первый штрафной от Круглова. И тяжело мяч передать. И в итоге приходится именно к таким броскам. О, это еще один быстрый отрыв. Имеет возможность сейчас свою команду вывести вперед. Малик Илья. И да, два из двух набирают. Все-таки именно из таких очков и складывается победа, когда особенно команды достаточно близко друг к другу идут. Ну что. И вот со стейбека Водопьянов пытался. И вот она! Заходит треха! А Дьяконов. Так, а это Водопьянов проходит внутрь и на фейке убирает сейчас Водопьянов. Защитный, основной защитный столбец. И треха от Водопьянова! Продавливать будет Свирин. Нет, скидывает дальше, но Сунгатулин. Сунгатулин, теперь Сунгатулин забегает внутрь! Два очка! Редько Артема будет в один в один Редько пытаться обыграть или... Да, нет, да-да-да, Редько со средней! Два очка! Весело. Не через партнеров, а именно сами для себя. А вот она еще треха! Трёха! В действии Хьюты. Дедаров сейчас мячом, Ренат. Получает заслон от... И сразу треха! Дедарова заходит! В стиле сейчас, судя по всему, игрок Хьюстона. И судья не дал ему фол. Гришечкин! Тречка от Гришечкина Михаил заходит. Хьюстон вырвался все-таки немного вперед. Да плюс 5, но тем не менее Юта не отпускает дальше. И сохраняет пока дистанцию. И 2 из 2 сейчас Редько выставил. Так, а уже это уже Хьюстон пытается. И снова Водопьянов. Очень любит он в один на один игры. Но это в этот раз это так. Редько с получения. Нет, это было близко. Но Сунгатулин снова на подборе. Сунгатулин решил сам со средней правой. И, ну, рефери всегда прав. Что тут скажешь? О, это подарочек сейчас. И Фирса в этот раз добавляет быстрым отрезком. Руки зачем-то сейчас Сунгатулин. И затяжной нашел Редько. Редько пытается накрутить соперника. И в итоге в стиле Коби выбрасывает. Михальчик касание правильный по логике, по, так сказать, по выбору броска. И Редько разогнался. Пытается размен. И Малик продавить уже пытается. И, блин, мне казалось, что Малику совершенно никто не мешает. Что ж такое? Попади уже! Хьюстон. Юта. Равный счет. Двигает мяч. Вот сейчас прям их приятно смотреть. И вот она! Треха из штрафной. Плюс 4 делает для ракет. И совершенно ничего не ясно. Игра в целом достаточно равная. И соперники более чем достойны. А это Водопьянов. Серия финтов. И он накручивает. Водопьянов на свободного Марата. А вот Круглов. Круглов с разворота от забора. Пока Малик Илья первый штрафной. Заходит первый точно в цель. И что же, имеет сейчас возможность сразу до 6 очков увеличить. Да, 4-4. Свирин. О-хо-хо, сложные очки. Степан сейчас для себя. Водопьянов снова один в один, наверное, будет проход идти. Водопьянов, проход! О-хо-хо, казалось, что немного мяч перебросил, но по высокой достаточно.
пост заигрывает сейчас Редько. Редько с разворота разобрался со своими оппонентами. На нем сдваиваются на Дедарове. Ищет глазами, кому отдать. Ой, Редько, Редько нашел! Прямо под кольцо. Когда Больших заигрывает в пост, в изоляцию. Так, а сейчас на фейке и со средней в итоге. Может, сейчас что-то прервет эту серию. И вот двигает мяч. Вот она, свободная. Заходит, наконец, от Михальчука. Точно в цель. Минус 6 делает для своей команды за минуту до конца третьей четверти. И... Что-то пошло не по правилу, судя по всему, заступили игроки. И 2 из 2. Малик прямо как из пулемета штрафные поливает. 6 из 6. В конечном итоге, кто был прав, а кто был не прав. И я думаю, что в этом матче стоит определенно ожидать. Вот он, Свирин. Под кольцом разбирается Свирин. Сейчас Свирин Степан. И... Фирсов! Просто тигр! И в этот раз быстро в отрыве набирают. Его не было на подборе, просто решил треху через руки выбросить. Сейчас Михальчук, Саня. Редько! О-о-о! Роскошная передача сейчас была. Пока, насколько помню, вот все 6 очков, они все пришли. А уже Юта впереди, это Редько. И точно в цель. Атулин ищет, кому отдать, но пока все стоят. Но может, на Фирсова скинет? Нет, решил Самсунг. Атулин! Хо-хо! Подтаскивает свою. Рядой распрощают пока они. Несмотря на то, что даже двоем сейчас. Может, Малик? Да! Наконец-то! Хьюстон набирает свои первые очки. И плюс 4 для Юты за 4 минуты до конца. И 2 из 2, плюс 5 для Юты. Вот это камбэк, однако, от Юты. Помимо того, что и в защите они практически ничего не позволили, хотя я бы ни с кем не подходит. Круглов просит пошире встать. Будет один в один, судя по всему, обыгрывать. Круглов! Наш ходит! Хо-хо-хо! Красивая передача! Видно, как они пытаются цеплять, хотя не-не-не, все-таки вдвоем пытаются зажимать. Но Юта очень здорово видит свободу. И вот они довели до броска Редько Илью! Минус 10 для Хьюстона за 48 секунд. До конца четвертой четверти. Второй. Эти попытки он реализует наконец-то. И плюс 10 делает для команды.